Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение сегодняшнего дня. Куртка Вильма от бренда Бенит Рабини. Впервые бренд Бенит Рабини представляет верхнюю одежду на телеканале Shop & Show. Премьера этого лота была 16 февраля, и за один эфир это предложение стало самым популярным и актуальным на весну. Неудивительно, потому что бренд Бенит Рабини — это бренд, который использует только качественные материалы. Бренд, который радует нас модными цветовыми решениями. И у нас с вами куртка, которая представляет вот такой вот уникальный дизайн. Здесь у нас с вами стежка. Причем у нас внутри евросинтепона. Это значит, что в такой куртке мы будем с вами согреваться. Нам не страшен холодный ветер, нам не страшны какие-то неблагоприятные условия температурные. К тому же, вы посмотрите, насколько куртка у нас с вами роскошная. Есть шикарный капюшон. Посмотрите, какие рюши здесь у нас с вами присутствует. К тому же низ нашей куртки абсолютно разный. А это значит, что мы защищаем себя, опять же, от непогоды и защищаем наше здоровье. Ну а благодаря тому, что здесь у нас прямой крой, такая куртка идеально сидит на любой фигуре, мы ее впишем абсолютно в любой гардероб. В прошлый раз у нас было всего лишь 6 цветов, но сегодня еще добавлено 2 премьерных эксклюзивных цвета. Давайте скорее с ними знакомиться. Итак, первый вариант — это черный, но вы посмотрите, какой он интересный. Вот с таким вот принтом цветочного орнамента. Далее у нас с вами 2 новых цвета. Посмотрите, светло-серый и голубой, нежнейшие, красивые пудровые оттенки. Потрясающе. Следующий цвет, дорогие друзья, бордовый. Посмотрите, какой глубокий, насыщенный винный цвет. Очень большой популярностью пользуется цвет серый, но необычный цвет, очень интересный. Еще и рюши украшают эту куртку. Далее цвет оливковый. Посмотрите, вот он, очень приятный цвет для этой весны. Коричневый — цвет темного шоколада. И, конечно же, самый популярный цвет — это синий. Дорогие друзья, куртка Вильма от бренда Бенит Рабини сегодня представлена по уникальной цене. Ведь только сегодня она стоит 3999 рублей. Только сегодня вы экономите 2500 рублей. Получаете куртку с фиксированной доставкой 199 рублей. Но это еще не все. Вы можете получить абсолютно бесплатную доставку. Просто добавьте в вашу корзину покупок еще один любой лот из нашего часа. И, конечно же, этой весной вы будете неотразимы. Знаешь, Свет, конечно же, в своей жизни я каждый сезон постоянно покупаю разные куртки. Но очень сложно угадать именно температурный режим. Мне то жарко в куртке, то холодно. Вот как сделать так, чтобы была оптимальная температура? Смотри, все зависит от наполнителя нашей куртки. У нас здесь с вами, во-первых, стеганый материал, а это значит, что у нас внутренний наполнитель очень правильно распределен и закреплен стежкой. Во-вторых, у нас здесь с вами необычный синтепон. Это евросинтепон. Давай посмотрим, как это работает. Вот, например, если ты приобретаешь куртку с обычным синтепоном, он выглядит больше, как, знаешь, такие вот шарики воздушные, которые не совсем равномерно распределяются по куртке. Видишь, он такой вот рыхлый. Вижу, наш, да, евросинтепон. У нас в каждой ячейке находится равномерное количество и плотность евросинтепона, который зафиксирован при помощи стежки, в результате чего получается точечное воздействие тепла, которое позволяет равномерно распределить терморегуляцию полностью по всему телу. Поэтому такой евросинтепон надежный, сохраняет тепло полностью по всей куртке, не будет сбиваться, мигрировать вниз, благодаря, опять же, стежке. Ну и к тому же, такая куртка нас будет согревать от 0 до плюс 10 градусов. Представляете, от 0 до плюс 10. Ведь сейчас самое время для такой потрясающей куртки от бренда Бенит Рабини. Я, знаешь, на что сразу обратила внимание? Конечно же, эти потрясающие, украшающие эту куртку рюши, особенно в голубом цвете, мне очень понравился. Но я, знаешь, на что еще обратила внимание? Что здесь совершенно разная длина этой куртки, и она ничего не весит. Да, вот то, что она абсолютно ничего не весит, это абсолютно права, потому что мало того, что она
легкая, она еще компактная, ее можно вот так вот, посмотри, сложить, и мы можем ее хранить уже не на вешалке, а, например, на лето или на зиму убирать ее просто в сложенном виде. Причем, видишь, как прекрасно восстанавливается наш евросинтепон, а это значит, что он не будет сбиваться и вылеживаться в течение срока хранения. Я хочу вам сказать, дорогие дамы, что эта куртка самое лучшее решение для весны. Ведь сейчас мы будем снимать уже нашу зимнюю одежду. Во многих регионах уже плюс. И, кстати, у нас размеры с 46 по 68. Скажи, пожалуйста, Свет, как мы будем выбирать размер? Смотри, мы выбираем с тобой размер в размер. У нас двойная размерная линейка. Это характерно для бренда Bini Trebini. Ну, а благодаря тому, что у нас здесь прямой крой и удлиненная куртка по-разному спереди и сзади, такая куртка идеально сядет на любую фигуру. Будь пышная грудь или, например, пышные бедра. Кстати, Марин, давай посмотрим на нашу куртку именно снизу. У нас разная длина нашей куртки. Да, видишь, вот я уже спрашивала тебя. Со спинки у нас с тобой она более длинная. Давай сделаем замер. Вот сейчас на 52 размер у нас с вами 79 сантиметров. Это по спинке. А вот здесь вот мы с тобой видим, что спереди наша курточка покороче. Это дает возможность спереди облегчить нашу походку, то есть нигде здесь не сковывает движение, не перетягивает наша курточка. А со спины это наше здоровье. Марина, ты посмотри, ягодицы, бедра, поясница, все закрыто. Видишь, еще создается вот такой вот силуэт под ягодицы. А значит, мы с тобой не только еще сохраняем здоровье, но еще и вытягиваем наш силуэт. Смотрите, силуэт вытягивает, везде тепло, евросинтепон, потрясающая куртка, посмотрите, еще и с капюшоном, то есть нам не нужна шапка. Но вот хотела бы обратить внимание на рюши, мне кажется, такая женственная сразу становится. И куртка женственная, и очень нежная. Вообще эти рюши у нас украшают здесь не только бортовую зону, кстати, это еще и функционально, они защищают от задувания ветра. Наши рюши есть еще и на рукавах, то есть это вот такая женственная часть. Ну и к тому же наша куртка, посмотрите, как надежно закрепляется на кнопке. Плотно, удобно и будет выдерживать долгие нагрузки. Это куртка Вильма, дорогие друзья, от бренда Bini Trebini по цене 3999 рублей. Только сегодня скидка 2500 рублей и фиксированная доставка 199 рублей.